Привет всем! Вы на канале Valery Life. Сегодня я хочу поделиться с вами своим открытием. Я уже несколько месяцев использую косметические средства для снятия макияжа, которые не содержат сульфаты. Результат налицо. Все высыпания, которые для меня раньше являлись нормой, исчезли. Кожа стала чистой, ровной, сияющей, и я могу теперь выходить на улицу и даже делать макияж, не используя никакие тональные средства или даже пудру. Но сегодня я хочу вам показать свое открытие, которое, кстати, уже далеко не новшество, но я с ним столкнулась совсем недавно. Новый способ, как я снимаю макияж. Для этого вам понадобится только один предмет, и вам не понадобится ни одно косметическое средство. Плюсы этого способа заключаются в том, что вы один раз покупаете этот предмет и больше не тратите деньги ни на какие умывалки, гели и так далее. Так что всем, кому интересно, что же я купила и как же я сейчас снимаю макияж, оставайтесь смотреть. А речь пойдет о варежке для снятия макияжа. Вот так выглядит упаковка. В этой упаковке было две варежки. Розовую я еще не использовала. Вторая варежка черная. Черной варежкой я уже вовсю пользуюсь. Стоимость этого приобретения $6 плюс налоги. Но, девочки, это того стоит. Поэтому сегодня я вам предлагаю протестировать и показать, как же работает эта варежка. Я вам покажу плюсы, но сразу оговорюсь о минусах. Минус, наверное, один. Ну, чуть-чуть дольше снимается макияж, чем если бы вы использовали любое средство для снятия макияжа. Точнее, не любое средство для снятия макияжа, любое мыльное средство для снятия макияжа. Варежкой это снимается немного дольше, но так как вы не используете никакую химию, только вода и ваша варежка, то, девочки, все остальные плюсы налицо. А сейчас давайте проверим, как же она снимает макияж. Если вы еще не подписаны на мой канал, то под этим видео жмите на красную кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ткань, из которой сшита эта варежка, называется микрофибра. Поэтому ради интереса я прикупила себе вот такую тряпочку. Тряпочку для уборки. Она чистая. Я специально купила ее для этого видео. Для того, чтобы протестировать, справится ли вот эта тряпочка с той задачей, которая есть у этой варежки. Если вот эта тряпочка также из микрофибры справляется, то, девчонки, она еще дешевле, чем варежка. Поехали тестировать! Я уже нанесла на руку BB-крем, покрыла его пудрой. Это средство для контуринга, это подводка, это тени, жидкие тени, это просто стойкая подводка, блеск для губ, который у меня сейчас на губах, и матовая стойкая губная помада 24 часа. Сейчас будем все это снимать. Я смочила варежку и просто прикладываю к накрашенным местам. Я не тру, я просто прикладываю. Девочки, если многих пугает то, что варежку после применения необходимо будет стирать, то я ее еще не стирала ни разу. После того, как она снимает макияж, я просто ее ополаскиваю в душе, ну, так я нахожусь в душе, и все, она чистая. Вы сейчас сами убедитесь. Как я уже сказала, варежкой снимать макияж немного дольше, чем специальным средством для снятия макияжа. Но, девочки, здесь всего лишь варежка и вода. Ну вот и все, рука полностью чистая. Я немного потерла, потому что я использовала прохладную воду, и с прохладной водой, оказывается, варежка не так эффективна. То есть для снятия макияжа нужно использовать теплую воду. Теперь все то же самое мы проделаем с нашей тряпочкой. Я уже смочила ее в воде и сейчас мы начинаем снимать. Просто прикладываю для того, чтобы она растворила косметические средства. Я сняла макияж со своей руки и сполоснула тряпочки варежку. Тряпочку в обычной воде, ну ту, которую я использовала для снятия макияжа. Варежку стирать не нужно, она чистая. Тем более,
Если вы будете использовать теплую воду в душе, то варежка очищается мгновенно. А вот тряпочку придется постирать. Вывод такой. Варежка стоит $3. Тряпочка стоит $1.50. Варежку стирать не надо, а тряпочку надо постирать. Мне кажется, что варежка в данном случае выигрывает. Но не будете же вы каждый вечер стирать эту тряпочку, тем более я даже не знаю, насколько быстро смоется вот этот так называемый макияж. Ну вот и все, мои дорогие, это все, что я вам хотела показать сегодня. Вы сами все увидели, варежка реально работает, поэтому выбрасывайте, а точнее нет, заканчивайте свои косметические средства, покупайте эту варежку и, девчонки, экономьте и дайте вашему лицу здоровое очищение. Я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и нажимайте на этот кружочек с красными губками, чтобы подписаться на мой канал. Всем пока!